Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Влад, я Суперфрост. И опять же, на следующий день, то есть сегодня, я решил запилить для вас новый видеоролик, посвященный он, опять же, командному блоку в Майнкрафте. Итак, выдаем его. Пишем give свой ник. Дальше Майнкрафт. Двоеточие. Команд. Команд блок. Выдали. Теперь ставим. Вводим команду, которая будет в описании. Берем, например, красный факел. Активируем. И ждем. Так. Готово. Теперь выдаем себе предметы. Это лаки-блоки. Да. Лаки-блоки без модов. Так, берем кирку. Давайте возьмем алмазу. Алмазную. Перейдем в геймут 0. Давайте сломаем. И вот, как видите, нам выпал лаки хелмет. Что? Защита. Прикольно. Давайте их вот так понаставляем, потому что тут некоторые могут даже взорваться. Опыт. Фейерверк. Че, это яйцо дракона? Подожди, это что такое? Что это? Что это такое? Ладно. Уху-ху. Капец, у меня аж подвисло. Лопата. Зачарована на удачу сотого левела. Капец. Ну, золотая лопата, это так уж себе. Так, ладно. Ну, вы, наверное, поняли суть, что это лаки-блоки. Ну, вообще прикольно так-то. Что это? Голова Марио? Не понял. Это типа... Чего? Ладно. Что это? Так. ТНТ. Так. Прошептал вам, пожалуйста, рестартните машину, ну, типа, вон ту фигню. Чему? Вроде пока работает. Летучая мышь. Ну, сейчас, погодите. На летучей мышь, наверное, кто-то должен был заспавниться. И чё? Чё, не работает, что ли? Работают. Ну, суть вы, наверное, уловили, да? Лаки-блоки без модов. Ух ты, это крипер. Давайте. О, Джек, привет. Так. Что это такое? Там что-то написано? Картина. Понятно. Так, ну ладно, я думаю, нужно заканчивать. Я вам... Суть, наверное, донес. Секунду. Так, таймсет 0. Ну и также, чтобы убрать... так. Чтобы убрать вот эту всю машину, нужно просто нажать Destroy. Ну и все. То есть уже ничего работать не будет. То есть эти лаки-блоки. Ну что, дорогие друзья, я думаю, нужно прощаться. Напишите крутые комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Влад Суперфрост. Всем удачи, всем пока. Пока.